Так, друзья, сейчас будем вызывать полицию. Краснодар 1. Сегодня, значит, 13 декабря 2019 год. Время 2 часа 41 минута. Звоним 102. Так, что-то не беру трубку. Уже минуту ждем. Так, значит, сейчас будем по 112 звонить. Позвоните в службу 112. Разговор записывается. Ждите ответа оператора. Ждите ответа оператора. Здравствуйте, девушка. Я бы хотел бы вызвать экипаж ДПС на привокзальную площадь 1. Краснодар 1, ЖД вокзал. Нарушение правил парковки под знаком 327. Экипаж ДПС можно, чтобы посодействовали? А? Сейчас я помечаю. Неправильная парковка под знаком. Да, под знаком 327. Остановка, стоянка запрещена. На ЖД вокзале Краснодар 1. Имя, отчество, это... Воротников Андрей Валерьевич. Вы просто очевидец или вам мешает там какая-то их машина? Ну, чтобы эвакуировали сотрудники ДПС. Там много. Понимаю, там вам ничего не препятствует выезду? Не. Какая машина? А скажите, там одна или несколько Нет, машин? Нет, там машин, наверное, машин 8, так где-то. А, то есть много, да? Да. Хорошо, информацию принимаю, передаю в дежурную часть. Ага, спасибо, до свидания. До свидания. Так, ожидаем ДПС. Так, друзья, прошло 20 минут примерно с момента вызова. Значит, 13 декабря 2019 год. Вот вызвал экипаж ДПС. Вот они стоят. Вот конусы. А это что, привлекают, что ли? Здравствуйте. Вы уже взяли, да, документы? Проверяем. В смысле проверяем? Здесь нарушение, вы проверяете? Проверяем, взяли ли документы? А, для составления материала? Конечно. Все, отлично. А эвакуаторы вызовите? Все, спасибо. А можете представить, пожалуйста?
Орел? А мы с вами здесь работали. Здесь же работали. Орел, запомнил, да. Запомнил. Понятно, спасибо. А можно и нагрудный значок ваш еще раз? Да, да, сейчас. Ой, так, сейчас, секунду, не видно. Не вижу, можно? Давайте я сейчас проверю, выйду. А, ну ладно, ладно. Ну я все. Просто проверяю. Вы заняты. Все, хорошо. А вон по знакам стоят. Да, вот конусы, вот гляньте, конусы. Какие. Все понятно. Так. Добрый вечер. Здрасте, здрасте. А что вы тут как-то катаетесь, конусов не видите? Что, не видите вот это? Менты, что ли, ставят из Ленина? Вот это. А, я не знаю, сейчас проверим. А. Сейчас я проверю. Понятно. А то я пароль забиваю просто. Сейчас. Понятно. Водить. Говорят люди, что менты ставят. Блин, да, а как так возле отдела линейного? И что, ни один мент не видит, что ставишь? Что? Или полицейский? А, менты раньше были точно. Это ж Дукали со своим парнями. Да, там а сейчас полиция. Все никак привлечь не могу. О, глянь, знак поставили. Да. Не было, не было. Перенесли. А там тоже осталось. Да, видишь, его развернули как-то. А 3-1, что с ним так стоит, непонятно. Давай посмотрим. Да. Еще раз рейс проводим. Что, не сменилось, что ли? Сейчас глянем. Так сейчас и стоит. Может быть, они пояснят, что это за схема движения. А он, глянь, уже разъезжается под знаком. Ну, это понятно, все потихоньку разъезжаются. Нет, знак на месте. Да, непонятно. Так, знак 3-1, кирпич. Такой же мятый, надо уточнять. Так, а это под знаком 3-27, остановка, стоянка запрещена. А с той стороны только налево. Масштабно он проведен. Он все, кстати, разъезжает, не хватает инспекторов. Вот под знаком 3-27 получается. После рейда масштабного был рейд. С утра здесь вечером мне пробили колеса, 18 проколов нанесли. Краснодар, 1-4-3. На всех четырех колесах. Ресурс. Но мы справились и успели в Майкоп на следующий день. Так что вот так и рейд иногда заканчивается. Поэтому решили сюда вернуться. И нужно навести сегодня порядок здесь по данному. И конус появился. И, соответственно, тоже. Сегодня работает. Олег, смотри. Конус убирает. Подошел, убрал. А он люди гуляют, как хотят, все. Че? Алексея в Майкопе пытались привлечь. Ну, здесь 4%, говорю, у меня осталось. 4% осталось от этих. Так, а здесь водителя привлекаются. А вот там уже просто вот там уже. 40 машин. А можете подъехать. Вызвать лучше ППС, чтобы отвезли в райотдел? А, погоди. Не оплачен штраф. Сейчас поеду. Нормально. А пока вас не будет, что это? Вот это будет продолжаться? Что? Автоматически. Да что такое? Глянь, подъезжают и подъезжают. Автоматически у вас, не? Не оплачено? Или обычно? Нет. А? Не у меня. А, не у вас. Смотрите, это не автоматическое в виде фиксации? Нет, нет. Нет? Это вот виде бомады. ВВД России бомады. С 15-11. А какого дня штраф вынесли? Что? Какого вынесли штраф? Штраф какого вынесли? Постановление составное. Какого числа? 6 сентября. Ну, он здесь подходит. А, подходит, да. Конечно, я же почему? Я человек проверен, я не могу. 5 месяцев, 10 дней, да. А можете коллег вызвать? Сейчас, да, подождите, надо, тут сейчас просто ужас. Что-то сделать, помощь, да. Что-то. Давай, давай, сейчас. Губернатор или борется, потом его отвезите, борется, пусть борется, ждет, что ли, гляньте, нет, что-то. Нет, ну как, подождите, сейчас я выйду. Что? Сейчас я выйду, я же должен, я говорю, проверить человека. Как мы пишем, я не могу не проверить это. Не, понятно. А что сейчас делать-то будет? Сейчас поедем в райотдел. А машины? Ну машины сейчас будем дежурную часть звонить, аварить сейчас. Ну, может, потом, чуть попозже, он можете пока может собрать документы, да, у них как-то вот сидит. Ну, что ты штрафы не оплатишь? Полтора тысячи есть, квитанция? У меня какой-то не день. Квитанция? Рима, день 25. Ну, в суд тебя возили, за что тебя возили? За полторы. За полторы.
на 6 километров. У этого не оплачено? Вроде да. Сейчас. А можете пока вот собрать документ? Пока пусть... Так я же у них собрал. Как собрать? Ну, мы у всех, а вон у тех, вон приехал. Вот, что это такое? Вот, видали, а, что? Вот у этого вы взяли, да? Ну, вот, вот у того. А вы написали. Вот, а, написали. А вот, смотри. А вот, что это происходит? Вот, вот да, это. Он сейчас принесет мне, я посмотрю, а, что это, штраф. А, может, должен. Оплатил, да? Ну, конечно. Базе нет. Понятно. Ну, там сейчас все разъедут. А вот он под кирпич, да? А, нет. Имеешь право блокировать. Вот что интересно. Хотя можно, в принципе. Но тут... Инспектор не успеет просто подойти. Он занят. Сейчас. Это бессмысленно, да, там вставать. Если он бы где-то ходил, собирал, тогда быстро это можно делать. А так, а так это бессмысленно. С детьми, смотри, слишком голодные. Инспекторы стоят, да, они ну, все равно. Давай. А ну пошли, подойдем. Ладно. Кричать, не закричишься. Вы же видите, столбики поставили. А, ничего. Столбики восстановили. Сначала спросите, порядок навели. Отлично, спасибо. А знак почему остался? А знак это уже, видите, не моя. Так, ну пойдемте, заберем документ. Все, оплатил, да, водитель? Да нет, еще не оплатил. Не, а, не оплатил, значит все, ответственность будет. Понятно. Столбик поставил. А газы, вот что. Какие изменения, да, действительно, столбы установили здесь. Да. А их не было. Вот, по-моему, здесь. Так, идем документы забирать. Вот автомобили водить. Да ну, стой, стой. Блокируй. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, инспектору документы, если нельзя останавливаться. Я 5 минут не стоял. Не понял. Я только подъехал. Даже 5 минут нельзя стоять. 3 минуты здесь нельзя. Вообще нельзя. Даже останавливаться нельзя. Обычная ситуация здесь. Нет, вот инспектор документ передавайте. Так, вот этот знак единственный остался непонятно. Все, в общем-то, нормально. Даже знак вон там еще дополнительно установили. Получается, после перекрестка. После перекрестка 327 установили, да. Столбики восстановили, а кирпич остался. Прошу полторы минуты, хоть две, полторы. С вами пройдем, давай. Надо было по телефону поговорить и поехать. Женя, нельзя разговаривать. Ну, понятно. А вон у тех взяли? Вон. Этого взял, а, взяли, да? Пойдем, пойдем. А пойдемте дальше. А пойдемте вот. Дальше пока, а то все разъедутся. Пока пусть. Напарник да. Вернут. А то так. Тут одна надо собирать. Такой на вокзале решили мини-ридик устроить. Под знаком 327 остановка «Стоянка запрещена». Город Краснодар, Краснодар 1. Так я ж не стою не на стоянке. Боже, я ж не на стоянке. Знаете, не на будет. А вот она уезжает, водитель. А вот этого взяли, нет, эту девушку? Я не знаю, его взяли. А, нет? Ну, надо ее, да. Так. Сейчас заблокируем, чтоб не выехала. Здравствуйте, девушка. Инспектор, передай документ, пожалуйста. Нарушение правил дорожного движения. Нарушение правил дорожного движения. Знак вот здесь располагается. Просмотрели, наверное. Да. Не увидели. Наверное, да. А можно я ко мне инспектор подойдет? Да, конечно, подойдет. Да, я подожду. Встань, встань. Хорошо. Человек там сзади, смотри, не дави. Мало. Нас не заметит. А вот это, прощай. Да, подойдем.
так инспектора выписывают протоколы. Вот тот, да? Белый. И вторым рядом стал. Сейчас посмотрю, да. Это надо, да. Так, все, девушка документ передает. Пойдем, пойдем. Так, таксисты. Андрей, таксисты, берите. Че, где он остановился? Нормально, нет? Нет. Да. Или посадить просто человека. Посмотри вот так вот, нормально? Остановь. Стоять! Ты что показываешь там, дядя? Нормально. Что не пристегнуты? Что не пристегнуты? Потому что надо. Что ты там показал, ты? Все, приехал. Все, встань за ним. Куда поехал? Куда едешь? Что такой дерзкий, а? На месте стой, понял? Сейчас все будет хорошо, у меня все будет нормально. На месте стой. Ты что такой дерзкий? Показывать пальчики вот какие-то. Что, нарушение ваше, что? Припаркован. Да, нет, припаркован был. Припаркован был, не надо рассказывать сказки, зафиксировано все. Рассказывай что-то, басни какие-то. А вот, можете Саска, дальше еще пройти? Нет, я уже шарик. А, инспектор, можно еще? Какой? Уехал, все. Все, наверное, уехал. Просто он проехал. И второй рядом пошел. Все, все, спасибо. Вопрос есть. Согласен с вами. 6 машин, говорит, собрал. Действительно, нельзя требовать больше, потому что это неправильно. А там продолжают, глянь, все, остановку занял. Хотя там таксисты, да? Таксисты имеют право временно остановиться, да? Так он прыгал на капот и прыгал под колеса. Мы остановились на остановке. Да, вы, я лично собственными глазами. А да. Мы сели на остановке, вот а вы прыгали на капот и под колеса. Прыгал. Вы, да, да, вы лично. Вы, лично, вот вы. Вот вы вруны в МВД вы, работали, вас, врете. Вас чуть не задавили. Вы что, ты же сам залез под машину? Вы что, больной, что ли? Не краснеете. Врете. Давайте, отпускайте нас. Вы что? Клеветой занимаете. Да вас мы не держим. Вот таксист. Вы по-хамски себя ведете. Вы, я что, вас оскорбил, что ли? Да, потому что вы прыгали на капот и под колеса. Я лично. Лично. Да. Лично вы. Лично. Вот вы даете. Это обман. Клевета полная. Вы потом разбирайте, что хотите. Отвезите нас домой. Что, они? А давайте другую машину нам вызовите в конце концов. Это вот они, фирму, вот фирма должна вызывать. Вот, обратитесь. Он нарушил правила. Еще палец показал свой. Наверное, показал. От оскорбления вообще, конечно. Ребята, мы не вам заняться, ребята, не можем. Вы нас отпустите или нет? Вот, вот фирма. Позвоните, пусть сейчас позвонит, он обязан делать. И вы увидите. Это он же нарушил. Вот, позвоните, у вас есть номер этого такси? Вот этого такси. Телефон. У нас фирмы есть. Позвоните телефон. А, ну спросите у него номер, позвоните и скажите, чтобы да, прислали другой такси, потому что нарушитель. Он оформляется по полной программе. Позвоните, просто спросите у него номер, позвоните, пусть пришлют другой такси и все. Ну, вызови другую машину тогда. Да, да, просто вызовите и все, что. Конечно. Он же нарушил, что теперь делать? Вы, понятно, ни при чем здесь, но, к сожалению, вот такой водитель. Только обманываешь, что я на капот прыгал. Понятно. Зачем на капот прыгал? Прыгали, прыгали. Да. А, прыгали. Как-то взяли почти, да, да, прыгали. Вот столбики появились, и то хорошо. А то вот хоть споткнуться, может, лет через них. Да? Нет, проверим. Не, в потоке нарушителя оформления. Вот так пальчик показывает. А он еще, да, подъехал, глянь. Если бы еще подъехал, все, уехал бы. Глянь, Алексей, еще да подъехал. Понятно, да? Так я сейчас отправляю. А вот этот маленький прыгал на капот. Какой? Покажите пальцем, мы его накажем. Иди сюда. Вот этот прыгал, покажите. Вот этот. Вот этот маленький. Так уж на него говорили. Все, что с ним делать? На тебя, на тебя, да. Давайте накажем. Так, все, наказывайте меня. Строго по закону. Алексей, говорят, я на капот прыгал. А какая ответственность за это призвано? Я просто не знаю, я тоже. Ремень. Я бы тебя наказал, но ответственности я нет. Не прыгал. Нет, я говорю, ответственности нет. Тем а более ты не прыгал. Я же знаю. Маленький. Ты вообще, Андрюха, ты вообще стоял от этого автомобиля далеко, я сам видел. Да? Конечно. Смотри, я кто. Знаю, смотри, Леха, кто маленький? Лех, кто маленький? Кто маленький? Кто маленький? А теперь да вас вызывайте, потому что этот заказ не снят.
А вы снимите заказ. А как? Да другой такси вызовите вообще, да и все. Другую фирму. Или а зачем? У нас только одна фирма. Зачем? Мы пользуемся. Вы не оплатили? Яндексом мы пользуемся, нет еще. Яндекс вызовите, да и все. Че? Яндекс вызывает. Не вызывается. Вот скажите, чтобы сюда не ехал, останавливался где-то там. Вон мы на остановке. Вот первый, о, на остановке. Вот где свет горит, где вот там. Правильно, на остановке можно им высаживать, да, здесь нельзя. А куда? Мы там и остановили. Так теперь донесите наши сумки, раз вы нас здесь высадили. Вызывай свое. А у меня нету. Что, вам помочь туда сумки отнести? Да. Давайте я вам помогу. Давай, помочь. А у нас теперь не вызывается, понимаете? Давайте я вам помогу. Помочь вам? Не надо ничего. А сейчас афера какая-нибудь еще будет. Ну, камеры будут снимать. Как я да, я видела. А куда вам, далеко ехать? Что же вы не верите так? А мы начальником не поедем. Да нет, вы что начальник, далеко вам ехать? Нам, губернский. Ну, это самый лучший таксист. Какой частник? Я не таксист, я просто подвез вам далеко. Это самый лучший таксист, это не частник. Лицензированный таксист. Красной куртки. Красной куртки. Заменит. Он становится только таксистом в ночь. 13-го, и все, на один день. Ждать пенсию надо, пока не заплатить. Вот так. Вот это да. Вот там пусть понесите нам сумки. Так, я без вопросов, я же предлагал. Игорь сразу. Но мужчина отказался сам. Да вы здесь ни при чем, мы вам вообще не ходили. Нарушение. А вот теперь нарушение. Еще дорогу не в положенном месте. Ой, а еще молодое поколение. Да. Дальше Петр, а может... Может, пока выписывают, пойдемте вон. Еще там заход делаем. Это же что-то. Так, может, лучше пройдемся по вокзалу, посмотрим недостатки, нет? По какому? Кроличная дорожная сети. Да уже тут нету недостатков. Вот кирпич только один остался. Там нормально все уже. Вот, кирпич остался, непонятно чему. Что за схема такая странная? И укладывай сюда нужно. Вон, набрать. Во мне столбики отлично, молодцы. Пойдемте. Пойдемте, вон еще заход сделаем. Пока что ж. А вон водитель выходит. Да все, они на другой такси вызов. Водители выходят. Прям при сотрудниках ДПС. Ну нормально. А что боятся сотрудников ДПС? Они ж не сидят, просто мы вообще никого не пугаем, мы добрые. Вон водитель, кстати, стоит так со старым рядом. Эти все, вот, вот это. Пошли, вон того, он тоже сейчас. Эти стоят, девушка пишет. А вот этот? Этот нет. Вот этого надо. А можете ему сейчас махнуть рукой, чтобы остановился? Вот этот. Вот, вот это. Вот, можете. Это все, смотри. Вот. Операция проходит. Да я операция не за 13. Операция. Давай. Ну, документы давай. Сейчас водительская свидетельство регистрации. О, подожди. А что это такая большая? Тренировка, да? Это 12 сантиметров полон. Пусть снимает с вами. Это огромная какая. А здесь метанеры, да? Там сейчас вышел, только посмотрел, заезжаю первый раз. Вышел уже, посмотрел, и тогда все. Да, попробуем машину, да? Сейчас он. Вот туда подходим даже. А может он это, я ему сказать, будет. Оторвет. Я машину замерю. А у вас нет рулетки? Конечно. А, ну ладно. Ну потом, если успеете заметить. Сейчас он никуда не денется. Пусть просто снимет, да и все. Не надо, штраф никакой, там скажи, мелочевка, да. Снимет эту ленту. Я думаю, там больше 12. Так, намного, там 20. 20, да, 25. А, аккуратно, аккуратно. Так, вот эти два стоят, по-моему, без. А, нет. Нет, эти пишут. Это а, у всех взяли, у всех, да, все, 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 отлично. Отлично, это только вон. Вон, остался, сейчас поедет, смотрите. От остановки на нет, 15 метров. Вот, вот, товарищ спирт. Вот, смотрите, 15 метров нет.
надо махнуть рукой. Лежал, я не понял, вы с... Нет, нет, он стоял. Вот, махните, пожалуйста, рукой, 15 метров не было. Вот, 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 вот машина. Белая, белая вот эта. Останок. Стой! А что, не останок? Не выполнил требование. Да он не видел ее. Нет, не понял. Проезжай, проезжай. Давайте этому скажем, чтобы... А вот он еще хочет, да, встать? Надо ему показать, подсказать, чтобы... Вообще, наверное, нам сюда надо ответить. Не хочу, чтобы они не подумали. А вот заезжайте на парковку, видите? Вот а, вот сюда вот, да? Да? Конечно, давай. Там тихо, а то... А то еще глаза квадратные, а вот это да и понятно, ну, просто так даже не ставится. Но все равно, ну ладно. Что там? Что делать? Это кто? Это ваш? Понятно. Это не с нами, это с вами, нет? Понятно, кто это. Ладно. А знак только там автобусная остановка, да? Вон тот. А там разметка есть во всей длине. А, да? Там 15 метров от разметки. А, снимаю. Ну, отлично. Все, вопрос нет. Сейчас снимаю. Хорошо, я там все там буду. А, у вас потребовали снять, документы взяли, да? Да. Все, да. Все. Снимаю, да? Отлично. Здорово. Вы сегодня нарушаете. Нарушаете? Это плохо. Нет, тебя забоялись. Нас не надо, закон надо бояться, закона. А вы все не угомонитесь. Против губернатора приедете. Нам плевать, губернатор все. Знаю, он тут борется, говорят, длинные носла, тут порядок наводят. Я в новостях видел, даже тут прям рейды устраивают. Хорошая тренировка. Губернатор не должен спать. Хорошо приклеено. Да дело тут еще. Человек. Стекло поцарапаю. Пока порядок. Надо ехать, порядок, надо ребят поклеить. Слышь, не спим, порядок. Пусть видите, ножом скребу он. Ну, иногда спать. Ты не ножом скребу. Давай я помогу. Пальцем. Пальцем без ножа. На, подержи. Я не возражаю. Может не получиться, но я вчера с растонировал несколько машин. Алексей, ты опять? Да, ну что, видишь, не получается. Давай, что? У людей. Что я могу сделать? Ты уже ментов подменяешь. Ну, блин. Я людям помогаю, чтобы штрафы... Ну, давай. Как бы сказали, снимет, штрафа не будет. Это понятно. А если бы на тебе не было штрафа? Нет. Да что там еще бы сказать? Так, на девушку выписали. Девушка стекло накопить. Другое дело. А тут стекло, во. А что, нельзя? Да я говорю, я что? Я... Больше 12 лет. 14. Ну тут 20 снял. Ну тебе я ножом драл. Собрать, извини. Сейчас я не мог. А поцарапать стекло на то. О, еще второй экипаж, да? А, нет. Я думал, второй экипаж. Да, второй. Я потом да? его что так обрежу. Да пусть поплюет. Нет, это тот же. Второй. Реально, да. Там прилеплено вообще. Она, во-первых, она не идет, она колуплюсь как мелкими. Нет, там нет. Логику полетел, я понял. Встать здесь, чтобы здесь никто не останавливался. Я думал, второй экипаж. Да. Смотри, сначала вот это. О, давай. Ну, она обрежет пусть потом и все. Вот, в принципе, незначительно. Нарушение. А, инспектор? Нет, это переехал. Я думал, тоже второй экипаж. Чтобы поменьше оформлять, это нормальное решение. Это правильно сделал, а эти все оформляют.
Так, вот инспектор ведет экскурсию по кольцу. Экскурсии проводите, инспектор? Да пусть ожидают. Понятно. Предупреждаете водителя. А то у вас протоколов не хватит. Все, там, да. Стоп, поновили. Так они хоть не видят. Вообще, вот представляете, не боятся. А почему? Вот люди говорят, мои подписчики, ну вы сами, наверное, смотрите иногда. О, надо махнуть рукой. Они пишут, что потому что полиция, ну что не делает. Поэтому люди не боятся. Прям приватно. Так ли? Ну, правильно. Не хотел может поставить. Увидел. Люди уверены просто. Во-во-во. Ну, это по незнанию. Ну, а говорите, да? Нет, приватно. Вот, видите, вот, наглядный пример. Ну, он, наверное, с какого до этого, да? А можно чуть-чуть ответить? Да? Сейчас, подожди, сейчас. Но он еще не доехал, да? Да. Ну да, до знака не доехал. 19, часть 4. Он еще до знака не доехал. Там женщина. Да. При вокзале. Там женщина. И от остановки. Он не доехал, да, знак? И от остановки есть 15 метров у него, тут нормально все. Он прям... Здесь зона вокзала. Ну, здесь что? Нельзя останавливаться. Вот так вот, почитай. Здесь нельзя? Конечно, нет. Здесь даже ППС дежурит, отгоняет. Не знаю. Здесь, ну, мне кажется, вроде бы можно. А пешеходный переход. Да, всегда здесь останавливались и по 5 минут. Там женщина хромает. Ничего страшного. Нет, ну это если, да, вы... На стоянку поставили, это доступная среда называется. Еле дошла, пожелай. Тогда прям вон туда надо подвезти, через складную. Да, ну, мне не вот сюда и все. Там, тут что-то еще не подмирает. Так, там такси что? Там такси можно, да? Покажи этот, который на товар. Нет, он вот здесь стоял. Вот здесь знак, вот здесь. Мы у него забрали. У него забрали? Конечно. Так. И он поставил туда? Он переехал. А, переехал. А, документы здесь. Понял, все, понял. Я думаю, это новый тут. Еще лучше, чтобы вообще никто не подъехал. Жесть. Все правильно. А, девушка уезжает. А. Все, да? Главное, чтобы патрульная машина не въехала. А то надолго. Перестанут сотрудники здесь. Ну да, ты понял, а круто. Или это хлам, мусор? Прямо на дороге. А если найдется это потом? Это можно рассчитывать как мусор на дороге? Ну то есть убрать, чтобы его? Там можно, конечно. Можно, да? Мусор. Ну, то есть это мусор хотите принимаем. Не, ну как куда хотите. Вы же можете на хранение себе взять, потом муж найдется хозяин. Не, мы не хотим. А можете хозяин под протокол. Хозяин. Забрать их, а мы тогда, если хотите, выкинем. Я их мусор забирать не буду, у меня есть свои шесть. А ответственность кто несет? Не, а вы же обязаны убрать найдется с этой, с проезжей части. Это 12.33, кстати. Да, 12.33. Мужчина, а вы не знаете, чьи-то конусы? А вы конусы, не хотите конусы спросить, стоят? Какого он черт по дороге ну, ходит? С управления. Вот предупреждение. С управления, ну, говорят. Смотрите по проезжей части, больше не ходи. Хотя бы вот здесь бы ходил, а то прям туда. Я нагло заметил. Мы сейчас тут кого-то задержим и опоздает на поезд. А, и так это менты, что ли, ставят? Вот это? Ну, сказали, говорят, так так. Все говорят, что полиция ставит. Или менты. Зачем ставить? Чтобы под окнами стояли якобы. Ну там что, ментовка? Не знаю, непонятно. Не знаю, надо изъять. Надо с камер надо изъять. Где здесь камер? Вон камера. Все видно будет. Да, вон камера. А, дорнадзор. Определение вынес. Даже если они не ставят, это незаконно. Что-то такое. Кто уберут сейчас? Кто? Да их надо изъять, а не убрать. Убрать они завтра выставят их. Это надо по закону. Если они сейчас их уберут, они завтра же выставят. Это... Сегодня уже. Надо, да, или сегодня же. Вы уедете, они выставят. Это протокол не... изъятия. Да, это все надо их куда-то положено, либо в мусорку место действительно выбросить, либо изъять, в отдел отвезти. Тут он куча понятых, смотри. Это так не пойдет, потому что мы их уже убирали отсюда. Много снова раз, да. Губернатору надо доложить. Пусть покупает новых. Его программа, здесь наведение порядка, ни черта не работает. Понимаете? И работа. При вас нарушают, конусы ставят. Это показатель того, что полиция здесь ни черта не будет. В общем, одни вы делаете. Так люди ничего не делают. И вы. Ну да. Вместе с нами. Давайте с нами.
Тогда быстрее будет все. А что там? Ночь, темнота, не заметно. 4.20. Что такое? Пойдете с нами? Ну, сюда, ты перепаркуйся, надо к ней убрать. А насчет вот этой вот? Свиньи завелись. А вот свиньи, мусор, вот бросают, вот свиньи. Не видели кто? Свиней не видели? Свиньи самые настоящие, свинок. Свиньи не ходили такие? Вот такие, крюков не было. Я видел свиней. Я, кстати, видел недавно свиней, коз и куриц недавно видел. Меня Алексей звать. Как? Почему вы снимаете? Говорить, а то автобус собьет. А что, нельзя снимать, что ли? Вообще, если можно. Нормально. Без камеры, да? А потом пойти работать на завод. Завод, нет, пароход. Ну, на пароход. Вы куда шли? Не понял. Куда-то шли? Сюда и шел. Давайте, идите, мы вас не держим. Мы, конечно, пойдем. Все. Всего хорошего. Зачем так делать? Ну, нужно можно. Счастливого вам пути. Не задержите. Свиней вот это понять. Свиней, я понял. Алексей, вот здесь на свиней, вот посмотрите, пожалуйста, мусора, а почему так делают? Как так? Ну, так вот. Или снимаете, что? Там, это. Ну, это не запрещено, закон. А что? Это наоборот, надо, нужно это делать. Вы полицаи тоже, да? Какие полицаи? А как? Какие такие полицаи? Кто такие полицаи? Да, поясни, расскажи. Непонятно. Сейчас объясню вам. Да. Это что, это замешанные откуда? Это откуда из Европы полицаи? Замешанные с милицией? Это как тесто, замешанные, что ли, замешанное, ну, да, или что? Нет, не замешанное. А что вы делаете? Мы? Ну да. Мы фиксируем. Да, фиксируете что? Да, это я рад. Я обстановку. Общую. Да, ничего, скажи, общую. Молодец. Что здесь происходит? То есть вообще молодец, что происходит молодец здесь? Молодец. Ну и ты молодец, все нормально. Не снимай меня, убери камеру. Чего ты там, камеру, чего ты? Ну расскажи мне, мальчик, чего ты хотел? Убери камеру. А то чего? Убери, я тебя попросил, убери камеру. Я не уберу. Я тебе сказал, убери камеру. Сказал уже? И чего? Убери камеру. Дальше чего? Ты хочешь под драку? Я не уберу, а ты драку хочешь? Что ты ручки своей достал? Ты что, меня провоцируешь или что? Да кто тебя провоцирует? Ты провоцируешь или что? Говорил, попроси на нет, он звать, понял ты? Я звать. Ты что так разговариваешь, а, Василий? Ты что разговариваешь? А откуда у вас фингал там? Я так уберу, а то чего? Да не уберу. Убери камеру, это ты иди отсюда. Я пойду, убери камеру. Ну иди. Камеру, иди. А что, тебе перегаром что ли? Убери камеру, пожалуйста. Что ты неадекватный? Зачем вот к вам сами к камеру подошли? Что он требует? Зачем вы сами к камеру подошли? Вот вы шли, видите людей с камеры. Подошли и начали что-то с вами... Ну я с вами разговариваю. Он начинает, короче, со мной конфликт. Это его право, я не знаю, что он делает. Я со мной заводишь конфликт. Что ты мне тут запрещаешь снимать-то, а? Убери камеру. Не уберу. Почему? Да потому что не хочу. Все, самый умный. 100 тысяч рублей уберу тогда. Ты умный сам? Да, я самый умный. Хорошо. А что, просто? Ну хорошо, что они ерунда, там стоит. Магазин. Убери, пожалуйста. Ты ручками не маши тут, понял? Что ты перегаром прёт? Убери камеру, пожалуйста. Я тебе замечание делаю. Ты что ручки тянешь? Замечание первое. Камеру убери. Первое замечание. Убери камеру, пожалуйста. Не уберу. Ну все, иди давай. Убери камеру. Убери камеру, убери камеру. Повторяют, убери. Один и тот же разговор. Ты провокатор. Иди гуляй, да, провоцируй на соблюдение закона. Провокатор, да. Так, конус они сел. Вот мы к автомобилю подходим. Вот так. Сразу перечислят, мы знаем, что они это, мафия работают. Ну, это, а то взять их не надо. Что? Уже так, ну, с таксистом тащили. Да, ну, тут уже уехали, сказал, да, человек. Да вот, видите, это мафия работает. Ладно. Вы только заберете их, да? Да, чай надо. Вы пока попьете чай, но потом заберите, ладно? Ну, обязательно. Все. Мы еще вернемся сюда. Вы пока еще здесь, да? Я же был, да. Пока здесь еще будет? Сейчас 5-10 минут. Есть здесь еще быть? На вокзале? Да.